Ми, Вітані, ви опинилися з нами на одній хвилі. Працювати весь час неможливо, треба і розважатися. Якісний та цікавий культурний відпочинок необхідний кожному з нас. Які культурні вподобання у криворіжців, чого їм не вистачає, та чи є у місті умови для розвитку місцевих талантів? Сьогодні спробуємо це з'ясувати з нашими гостями. Культменеджером Наталією Погорєловою та відомим криворізьким художником Юрієм Зеленим. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Отже, Наталя, спочатку питання до вас. Почнемо з концертів та музики. Які взагалі критерії відбору артистів для нашого міста? Ну, я би сказала, що для нашого міста окремих критеріїв каких-то нет. Есть вообще гастрольно-концертная деятельность в Украине. И вот в рамках этой гастрольно-концертной деятельности, в которую входит очень много понятий, коллективов, процедур, в общем-то, все мы и работаем. Но здесь, наверное, как в истории литературы, где каждый выбирает себе покойников, либо тех, с которыми состоит в родстве, либо тех, которые ему больше всего нравятся. Вот, смотря от чего отталкиваться. Одни организаторы концертов стараются донести до криворожан ту музыку, которая нравится им, а другие, наоборот, ту, которую требует общество. В принципе, принцип всегда один – хлеба и зрелищ. И он не поменялся за последние 100 тысяч лет. А що саме цікавить криворіжців? Що вони люблять слухати? От я знаю, ви більш курируєте джаз, так? А не буває якось образливо, що, можливо, якась попса, вона набирає більше аншлаг? Це правило останніх багатьох років. В принципі, це не обідно, тому що, ну, це закон, в общем-то, любого времени. Всегда все, что легче, все, что популярно, оно всегда больше пользуется спросом. А то, что по-настоящему ценное, оно остается, и только спустя какое-то время мы начинаем понимать, что же это было, что, насколько это было хорошо. И потом мы это сохраняем. А то, что оно популярно сегодня, оно может быть завтра не популярно. Да, какие-то продюсерские проекты, коммерческие исполнители, они раскручены, они пользуются огромной популярностью. Да, джаз у нас, но это музыка элитная, это музыка дорогая, интеллектуальная, потому что, как говорят сами музыканты, вы это пробовали сыграть? Вот, когда научитесь, тогда будете специалистом. Нет, не обидно, не обидно, но факт есть фактом. В Кривом Роге популярно то, что на слуху, и на слуху у большого количества жанры, ну, молодежный сегмент это отдельно, то есть здесь больше диджейские проекты. Из поп-исполнителей, как ни странно, вот все, что последние 25 лет благополучно забывалось, сейчас оно возрождается и опять выходит на сцену, опять приобретает популярность, опять продается прекрасно. Ну, то есть люди помнят свою молодость, как 25 лет назад они танцевали на дискотеках под эту музыку, и сейчас им кажется, что это все осталось на своих местах, они по-прежнему молоды и пытаются, может быть, где-то какую-то иллюзию создать. А, зрозуміло. До речі, ми запитали криворіжців, чи можна зекономити на культурі. Відповіді дивіться у нашій рубриці «Економ-клас». Ви знаєте, наверное, у нас не економлять на отдыхе, на развлечении. Поэтому, ну, я не знаю, мне тяжело сказать, у нас, по-моему, все благоустроено, все очень красиво. Зачем экономить на культуре? Пусть люди развлекаются, отдыхают. У нас и так маловато культуры осталось. Ну, я считаю, ни одного нет концертного зала приличного. Театр довольно старый, но все кинотеатры и, в принципе, досуг этим ограничен, парки. И то, что смогут родители предложить. Не стоит экономить, нужно вкладывать, развивать какие-то аллеи,
памятники, какие-то культуры, архитектуры, какие-то фонтанов побольше. Вот идет жара, чего-то хочется зеленого, свежего. Экономить на культуре всегда не нужно. Это развивает каждого человека по-своему. Промысловый город, нам нужно побольше парков, считая скверов, чтобы было где отдыхать и озеленять наш город. Обязательно иметь большую сумму денег, чтобы хорошо отдохнуть. Ну, не хватает тут таких вот вещей, которые часто происходят в крупных городах, вроде Киева. Например, художественные выставки. То есть разнообразие театров. Вот у нас присутствует только театр имени Тараса Григорьевича Шевченко. Это замечательный театр. Я часто туда хожу. Ну, театр кукол Академии движения – это классика, конечно. Но хотелось бы видеть и что-то вот из современного искусства тоже. Поверненням на нашу хвилю. Юрій, тепер питання до вас. У нас у місті дуже багато художників. Чи є якісь умови для розвитку талантів? Художники можуть себе показати, презентувати масі? Ну, художник завжди працює з матеріалом. Він настраює свій глаз, настраює душу, моторика руки. І останній етап – на чому? Чим виконувати задуманне? Казалось бы, просто воплотить духовное в материальное, но как не просто в то время, когда муза, я так думаю, стыдливо потупила взор и где-то витает, безусловно, но ее отгоняет шум, я хочу так сказать, что неспокойно в нашем обществе и нехорошо было бы быть нечестным и сказать, что так здорово развивается все, в том числе изобразительное искусство. Да, многие отдельные островки, очаги еще сохранились, но это только лишь сегменты, а фон довольно унылый. И в мастерских, как и во все времена, рождаются, производятся на свет новые произведения. Не думаю, что многие могут показать на сьогоднішній день наработаний продукт. А чому? Не вистачає умов, виставкових залів? Проще будемо. Нет денег на то, щоб організувати виставку, на то, щоб оформити картини. Зачастую художникам не вистачає елементарних средств на то, щоб вложити 1000 гривень на створення одної картини. Це не шуточний вопрос. И никакого оптимизма я не могу прибавить к тому, что сказал, потому что я-то переживаю это все, ну, это, знаете, вот эта экзистенция, когда пот, кровь, слезы, вздохи, возвышенно, это все в одном котле, это все варится. Конечно, меня уже ничто не сломит, меня уже ничто не изменит. Я был художником, я остаюсь художником. А тем не менее, все ж таки выставки у нас в місті відбуваються. Люди на них ходять. А ви самі помічали, хто більше цікавиться живописом? Молодь чи, можливо, більш люди зрілого віку? І що саме полюбляють криворіжці, що у тренді на полотні? Конечно, я учасник почти всіх виставок, которые происходят в нашем выставочном зале. И был довольно активным участником до каких-то времен, которые вот-вот и обозначаются как нежелание делать что-либо в пустоту. Приходят одни и те же взрослые люди. Приходят классы, но я думаю, что это насильно приведенные детки, которым, в общем-то, наверное, хорошо бы соприкоснуться не насильно, а по зову души. Можно сказать, что искусство в городе живет, но можно это и не сказать. Оно не живет, оно просто существует как атовистическое приспособление к духовному развитию. Оно будет, оно не умерло. Но не сегодня, друзья. Сегодня, уж так случилось исторически, что страна претерпевает такие метаморфозы вместе с ними. Взагалі так, я зрозуміла, ваша думка зрозуміла мені. А тепер питання до Наталії. А як взагалі організувати свій захід? Чи дійсно потрібно часто багато грошей на це?
Ну, смотря какой. Концерт или какой-то другой ивент. Ну, концерт, акобу, выставку. На самом деле несложно. Если мы четко знаем, что у нас должно быть в финале, то есть к какому результату мы должны прийти. Если мы беремся изначально за дорогостоящий проект, то, естественно, туда нужны соответствующие вложения. Но есть масса вариантов привлечения вот к культурному процессу, в принципе, культур-триггерство, это сейчас такой немножечко скептический оттенок имеет название, но, тем не менее, люди, которые стараются что-то привнести в культурный процесс, они организовывают и выставки, и концерты, и ивенты попроще, без особых материальных вложений. Но энтузиазм, он тоже когда-то заканчивается. Поэтому, в принципе, прекрасные вот ночные выставки у Рената Ортиса на Севгойке, уже который год. Да, они начинали вообще с нуля, потом постепенно-постепенно нарабатывали, и все зависит чаще от репутации, а не от вложения. А ще хотілося б останнє питання для вас поставити у цьому блоці. Нехай спочатку Юрій скаже. Що потрібно для того, щоб підвищити рівень культури у Кривому Розі? Це стосується і людей, і заходів. Коротко, Юрій, що для цього треба? Ну, коротко, это если человек в развитии и в это время удачно сопоставляется личное развитие, развитие общества и материальная база, это нормальные условия во все времена. Тут ничего другого не придумаешь. Всегда искусство принадлежало не народу. Всегда искусство было, ну, с одной стороны, это привилегии немногих, а ведь и немногим дан талант, но его можно развивать. И сейчас дети могут получить развитие, ходя на пленеры, посещая выставки, встречаясь с творцами. Наталья, я бы сказала, что нужно поменять менталитет. Если не получится коренным образом, то хотя бы на уровне генотипа что-то. Потому что люди должны по-другому воспринимать информацию, которая способствует повышению их культурного уровня, а не довольствоваться тем, что им дают. То есть вот процедура, точнее, слоган «хлеба и зрелищ», он когда-то должен поменяться или чем-то заменен быть. А давайте на цій ноті завершимо. Прощаємося з нашими гостями. Дякую, що до нас завітали. Та перериваємося на рубрику «Прості історії». Криворізький рок-гурт Project B складається з таких різних та цікавих особистостей. Вони не всі мають професійну освіту, але мають надзвичайну любов до творчості. Максим Кондратів, Володимир Бугай та Євген Ніколаєнко добре грають не лише відомі хіти, ще хлопці пишуть власну музику. Як талановиті музиканти збираються разом, розповіли у своїй простій історії. Ізначально у людей є план А. И когда он не получается, люди переходят к плану «Б». Мы тоже перешли, и у нас получился проект «Б». Инструмент я приобрел, раздавая листовки на улице. Я на свой инструмент заработал подработками разными, и частично мне родители еще помогли. Самый простой вариант – это взять палочки и что-то сыграть на ударных. Отец меня проспонсировал, спасибо ему за это. Один музыкант – это мало. Нужна пачка, нужна команда, чтобы делать действительно качественную музыку. У нас закрутилась дружба, мы начали общаться, нашли какие-то сходства в музыкальном плане. Я создал группу для воплощения своих музыкальных целей, предпочтений. Это больше хобби, чем заработок. Мы играем музыку свою и играем чужую. Чужую мы выбираем, смотря где ее нужно играть, для какой публики играть эту музыку надо. У меня знакомый, он снимал фильм в аматорском таком плане и предложил мне написать саундтрек к фильму. На что, конечно, я, в принципе, сразу согласился. Лучше всего брать все проблемы или радости в жизни. И вот это все, все эмоции воплощать в музыку. В
потом получается музыка правдивее. Музыка — это язык. И этим языком я пытаюсь рассказать о своей жизни, проблемах, каких-то удачах. Очень вдохновляет, когда выезжаю на природу. На природу именно я люблю выезжать так вот вечерком, летом, на велосипеде куда-то за пределы города. Музыка — это мой отдых, то, что я чувствую. То, как я чувствую. Может быть, не самый лучший игрок на ударных, далеко не самый лучший игрок на ударных, но то, как я это делаю, мне нравится. Все, к чему я прикасаюсь, все серьезно. То есть и моя основная работа, которая мне приносит финансовый заработок, и мое хобби, это все очень серьезно. Мы группа Project B, это наша простая история. Ми продовжимо нашу розмову. У нас у гостях молодий криворізький музикант Іван Курган. Привіт. Розкажи трохи про свій музичний колектив, чим ви займаєтеся. Ми граємо в переході. Пытаємося дарити настроєння людям там, з утра, днем, вечором. Как-то у нас виходить, думаю, це или ні, це вже судити людям, собственно. Деньги ми не просимо, ми играем просто, чтобы развлечь людей. Вот с утра вы идете на работу в плохом настроении, а мы тут стоим, играем и поднимаем вам настроение. Вот, ну, думаю, это неплохо. А скажи, а молоді сучасні взагалі важко у Кривому Розі розвиватися, показати себе, свій талант? Сейчас вот где-то около полугода точно существует сообщество ВКонтакте Creative People. Называется. Это мои друзья создали его. Там у них был фотоаппарат, они просто снимали ребят, которые читают стихи, которые пишут песни, там поют их, делают каверы хорошие и давали услышать этих людей, вот, которых никто не знал, а потом начали приглашать нас, делали концерты там в кофейнях каких-то и так далее. Но нас приглашали сами хозяева даже туда. И это очень круто, и ребята помогают. Вот. В этом плане, ну, интернет это тоже, ну, оно более старшему поколению не донесут о том, что есть вот такие молодые классные ребята, и они поют, и играют, и стихи читают. Ну, а ты на чем играешь, чи співаешь? Я играю на гитаре, пою и песни там пишу свои. А є якісь більші амбіції, ніж просто грати у переходах? Звісно. Які? Розвитися, записати там хоча б демо-альбом акустичний хоча б, тому що повного составу у мене нету групи. Я один там з гітарою, ну, друзі іноді грають зі мною. От вчора ми буквально грали, там у нас був кахон такий, ударна штучка, і ми грали на ній. Был гитарист еще один и я. И вот, в принципе, очень весело получалось. Люди такие даже заметили, что что-то изменилось. Ну, с вулиці це зрозуміло, але якщо треба виступити десь у концертному залі, ви грали на великій сцені? Да. А легко взагалі у нас потрапити туди? Чи потрібні гроші або зв'язки? Щоб показати? Смотря куда. У мене є много знакомств, у мене много друзей. Там в социальных сетях, и они мне бросают предложения. Тот же Creative People, тоже они, там от них очень много предложений. Вот будет там несколько благотворительных концертов, там для мальчика вроде собираем деньги. И, ну, развиваться с этим, чтобы выйти на более высокий уровень, то тут, конечно, тяжковато. Аппаратуру решить, еще что-то, ну, своими силами пытаемся. Это больше хобби, так, я так разумею? Нет, это жизнь моя. А, то есть ты этим и зарабатываешь? Я этим и зарабатываю, да. А вистачає тобі на життя, ти ж граєш тільки в переходах, а тоді виходить у вас багато шанувальників? На вулиці теж, наверху теж ми виходимо.
А взагалі багато у вас шанувальників вашої творчості? Можливо, ваша музика в інтернеті є, в контакті? Є. У мене група є, Once називається, ну, через букву О, там, это однажды переводится, потому что, ну, вот, мы выходим на улицу играть, и это единожды такое мгновение. Вот оно происходит сейчас, вот только в этот момент. А ты пройдешь там, на следующий день будет другая уже атмосфера. И вот поэтому однажды я назвал вот там проект, не проект, группу у себя ВКонтакте, и там мои стихи, там мои песни, там мои, в общем-то, видео с Creative People тоже. І... Ну, культурне життя у Кривому Розі все ж таки у нас воно є, воно є, воно розвивається, вот, все нормально. І не вмирає. Ну, це добре. І ребята своїми силами. От, на жаль, час нашого ефіру вже добігає кінця. Дякую, Іван, що до нас завітав. Спасибо вам, що дякую вам, так, будь ласка, що ви були з нами на одній хвилі. Залишайтеся з Руданою і далі. На все добре.